Добрый день, уважаемые слушатели курса «Основы академической грамотности». Рады вас приветствовать на первой лекции по теме «Поиск журналов для публикации». Публикационный процесс очень сложный и интересный процесс сам по себе. Выбор научного журнала – это всего лишь одна из его ступенек. В идеале выбор журнала как источника публикаций должен начинаться еще на этапе обзора и анализа мировых и отечественных достижений в предметной области, а также в процессе постоянной работы с профильной литературой по теме интересов и исследований. Для публикации своей статьи многие советуют выбирать несколько журналов, однако это не означает, что рукопись можно подавать сразу во все. Такая одновременная подача, она еще называется веерная рассылка, может считаться серьезным нарушением этических норм. Для выбора целевого журнала можно воспользоваться сервисами издательств, международными базами цитирования или специальными сервисами. Сегодня мы познакомимся с сервисами для поиска журналов, которые предлагают нам различные издательства или издательские корпорации.